больше повезло. Если бы они забили в первом тайме, я думаю, игра сложилась бы по-другому. Так нам удалось первым забиться, и дальше ход игры контролировали мы. Что там за эпизод был? Как этот мяч затолкали там с 10-й попытки? Ну, там много рикошетов было. Оказался я первым на мяче и просто... Не знаю, там просто внес его уже, вместе с ногами там защитник лежал. Ну, сейчас многие говорят, что вот Гомель не важно себя чувствовать. Что сейчас важно, самое главное для команды? Все-таки наладить игру, создавать моменты или все-таки результат на первое место выходит сейчас? Я думаю, сейчас у всех команд результат на первом месте. Потому что два круга обязывают попадание в шестерку. И все сейчас беспокоятся за результат, чтобы быть в первой шестерке. Игра, наверное, я думаю, большинство команд отходит на второй план. Как вот, как капитан, скажешь, нет претензий у тебя сегодня к партнерам никому? Все выложились, все отдались? Или все-таки в каких-то моментах пришлось на кого-то прикрикнуть, не знаю, что-нибудь в этом роде? Ну, приходилось прикрикнуть, но самое главное, что мы взяли 3 очка, 2-0 выиграли. Это самое главное. Ну и ты, когда гол забил, побежал к своей семье. Я знаю, сегодня у твоей мамы юбилей, да, так что, наверное, ей посвятил мяч. Ну, посвящаю маме, и вчера у меня у сына было 4 года. Так что посвящаю этот гол им.